29 октября 2022 года. Проверим усилитель Трио 9030. 300 на работоспособность. Вот. Будет три источника подключено, две деки и сидюк. Баланс. Громкость. Громкость как у Брига 001. У него тоже вот это вот. Если рукой крутить, то будет чувствоваться деление вот эти. Поэтому такой звук у нее прикручение. Это нормально. Бас. А, у меня же они не включены. Вот сейчас включено. Это высокие. Это низкие. Так. Вот понижение по высоким. Вот это вот. Это отключение тембров. Все, это идет вот напрямую. Работает только loudness. Вот. Ну, это стерео моно. Это вообще нафиг никому не нужно. Правый и левый канал отдельно. Вот. Моно. Фона. Тюнер. Так. Начнем с сидюка. Переключимся на деки. Три деления тут по громкости. Зачем так сделано, фиг его знает. В остальных во всех усилителях по две. Чуть больше и меньше.
Качество звука у меня тут оставляет желать лучшего. Как-то мне все не разориться на GoPro, или как там эти правильные камеры хорошие называются. Телефон Xiaomi. Все.